Он долго-долго стоял, я сказал, Герман, это последний раз видел папу. Он скоропостижно скончался. Я думаю, откуда он знал, кто подсказал, кого? 60 лет я по этой дороге иду, Герман, представляешь? 60 лет. Как он угадал, что мундир, кхундир, мундир тонанде. Это чуши нет. Кирак, я в свое время Мендунка очень близко отношения было, очень близко. Он однажды написал пьесу, пьесу написал «Вернись, любовь меня». Единственный мужчина один, остальные все женщины играли. Сходинды там, да, есть все. Вот, я сыграл. И был, успех имел, огромный успех. Благодаря молодая актриса Дин Людорову и Тамарда. О, сейчас в Алмате. С теплым голосом, ты, наверное, знаешь, Люда вся танцевала. Так она хорошо сыграла. Люди туда приезжали, по Тарндеру, вот, испел, имел. Потом Мендурук мне говорит, я всех актеров с ним на те разговаривал, он матом, я матом, вот такое отношение было. Очень хорошее отношение. Он мне говорит, Александр, я начал писать пьесу о Ким Пин Хва, «Дважды герой соцтруда». Вот эту роль я тебе поручаю, понимаешь? Я говорю, я смогу ли нет, ничего когда. Морил пепенкур, как им ничего будет. Но смотри, почему я говорю, всегда не обращаю внимания, как сидя рядом, посмотри, как он кушает, как разговаривает, ну, как людьми общается в жизни, на работе, понимаешь, вот это внешне выяснено. Внутрь мы сделаем, внутрь сделаем. Я говорю, очень рад, я просто. Кирилле, пока ну Мархадимарла, я начал писать эту роль тебе, я заранее говорю, что Сигайсом всегда находится рядом, вот все. Он нам крансарн чем бата, как пин, это я жизнь, это просто идеал, что сам ты идеал, да. Это не Киман Мангами, я тоже с ним встречался, не Мангами, совсем другой, он такой подлинный человек, я просто слов нет. Кирилле, сколько времени Чинаганде, Николай Петрович мне говорит, я то тебе, что-то пинфа очень плохо. Очень плохо. Сашка, ты завтра идем, старшее поколение, ты тоже пойдешь. Нар. Но знали, наверное, не знаю, но пинфа тоже знал. Я однажды в колхозе 6 дней жил. Я парторгом был Алексей Алексеевич Рогачев. Я ему рассказал, вот так, так, как она. Ты знаешь, время все онора, я тебе условия создам. Жут гостиницы, будешь смотреть, колхоз тангими, ну, качи тангими, официально найду. Но он знал, вот так, краевое поведение. Я говорю, спасибо, это было. Кирилле, так, тело 10, так, анды. Я обычный корейский дом, постройка 37-й год. Кыртыргам, кудури, камейку, кудури, чокманги, туванча комна, чокманга. 37-й год постройка. Он там жил, конец Хазана там, да. Кирилле, магами, улекана, так, магами, ну, железная койка, он лежит вот так. Нартекан, нартхон, тыкинно, Александр. Чосон миндюг вихе, чосон кыктинги вихе, оре-оре, кыктингисо норек хасио. Понимаешь? Кириллесон говорит, оре-оре, норек хасио. Кирилле, сэнсэйним, мэнсиамнида, оре-оре, Дорог Хагесимида. Герман, я оправдаю это доверие. Вот как он сказал, я ни разу из театра не ушел в сторону. Я шел этот путь. У меня учеников нету. Я вечный ученик. Ханатон, я вечно вот падал, поднимался, все. Когда мне приехал 31-го, 1-го сентября, Кызларда. Все встречают меня. Там Огиман моментально забрали. Я с женой уже с ребенком. Последние минуты тетенгу дега кендамар, да? Ты, Александр, он заметил. Мы ничего не знали, нару. Кер нас забрали сюда сам. Сказали, под первого мы написали директору областному корейскому драматическому театру тетенгу заявление. Прошу принять меня в качестве актера драмы. Одно заявление. 1 сентября 1960 году. И в этом году, 1 2020 года, это ровно 60 лет. Это знаменитая дата.
Об этом я хотел людям сказать, ну, и вам я говорю впервые, вот это хотел сказать. Казань театр Ойкана, первый спектакль «Кремлёт» – это Шатрова имени революции, там мальчик роль, Сислов. Я растерял Хамадын Мармут Атамар, я не был подготовлен. Теории есть, а практики нет. Я провалил. Кайценарь говорит, сразу мне теплом в сторону. Это мальчик случайно пришел, пускай забирает, уходит. А я это думать не думал. Когда что-то 3 года и летал. Укасим урку, не знаю, даже не знаю, слушаю. Через 3 года уримама, 3-й год ульмикендам. Я, оте торнадон, чем грот, энгенде, сам не тон, но не модер, чего хангуде сугуй не. Мама плачет. Я твой детей кормить не могу. Я проснулся. Мама ульмей, кумар хэкана. Проснул. Когда мне говорят, а почему я ничего не делал, а? Вроде проснулся. А что делать? Не знаю, тарму профессии нет. Это был трагедия. Трагедия была, знаешь, я даже не знал, неделю не спал, с кем делиться. Все отвернули от меня, все работают, а я бегаю. Теперь хамон уже решил, диплом часла, утром 9:30, директор Мун, Юрата Марта. Раз стучать надо, можно, а Чингуга киданку не давай, как надо. И знаешь, я закричал, Хорчата Марта, дайте мне диплом, я ухожу от вас с хорчами, как будто они виноваты. Понимаешь, Шарм Дранги, вы именно заставите их. Кенди Чодюнгу просто, когда тебе чадичерм, я чоком то ирхэ боре. Кенди оти не ирагэсо на роль чуденго, как? Кедова мурбанда марда. Хотя я роль чудел. А кедов... Вы знаете, Цаена видели, когда главный сер? Очень спокойный такой, степенный. Он больше, чем глава. Оцки чё? Будет все мадыр мотанар. Оцки роль чё? Он забыл. Наконец уже пришел. Но они не могли дипломом через 43 года надо ждать. Или сам придет. Сам надо пришел. Наконец пришел. Чем глава? А кэд чем чопоке, мусун кэд я махами чем мусун итигенди, значит чё, я кэд он нар помесили, как плебея, а? Тре. Тогда только включили Чингис Айтматова, Тополёк мой красный косынки пьеса, там главная роль Илья Срагита, шофёр, молодой парень, а я опять-таки без памяти я закричал, дайте роль Ильяса, вы представляете? Кидо, как? Пауза. Я Чемады Моцарна на главную роль сразу. И он даже, слушай, Герман, я даже понятиями, как я закричал, как это, как умичал. Чему кино? А чё, чё? А вот там же кем-то сказал, а кого кесо? Чему, знаешь чего? Как спектакль, я не знаю. Хекан он говорит, ладно, миллионера, или я свой роллер? Чем нагара? Наркоди, ну я, слушай, ты не наг эйнес, иди вон, поги считал. Когда я вышел, они самые главные. Да как я мог на Ильяса, а? Да чем все общий моря там, говорю. Ульмей крып, чур, паровато, мр. Очень сказал, надо делать. Кыцынар Кайкана уже висит доска тога. Мун Александру, о, дубль. Ким Владимир Егорович дубли на Ильяса. Улица у меня дали погусари. Нар паукен там. Ну да я. Мусумараге я, ну, все. Сачи пода. Когда упуда, когда ханда мор. А мне не знаешь чего. Кеда нар турон там. Кека твой чивусы. Это. Перепиши роль Ильяса. 10 дней. Учишь, там посмотрим. На скептик. Я взял. Представляешь, 8 суток я не улезал в туалет комнату. Там туалет не работал, в черном пурке. Когда муку, таля на угол, когда кинопьесу читал, когда ульмец.
10 дней я все учил, Герман, представляешь? Это тоже непонятно. Кто-то мне помог. Помог и только, наизусть. Через 10 дней я пришел к нему. Ну как, давай. Опять тоже, когда я гамаранги. Он, тигузри, давай с первой картины. Я шпарил, как темно-женщинам. Тихо, что ли, ходил. Вторая картина, третья, до конца. Тихо. Ладно, не будет только пара, мизансина этого. Я посмотрел, в общем, Володя Нондами через месяц. Я сыграл роллеру. Все замолчали. Он молчал, я молчал. Все неожиданно. Я сам не понял. Когда мне инчи говорит на следующий день. Всеволода Иванова из пьесы «Бронепочтина 69». Книги так, когда мне там молодой красный, это белогвардец, такой ярый такой, белогвардец, чин капитан Термона. Вот эта роль, Иосиф ехал в Москву на стажировку. Король на 20 дней, он нархарал. Я 20 дней делал его. Тоже ничего не говорил, никто не говорил, не спрашивал, никто. Это морда. То нам вас плохо, наверное. Говорит, это никто не ожидал. Делал. На третий раз. Ой, Кана, завтра дня не приходи в театр. Придешь вон это, сихбольница это, Кызларда, дом культуры напротив сихбольницы. Там ровно будешь ходить месяц. Я тогда испугался. Я уже договорился, главный там, директором, что ли, там. Он дал. Кэнде Камай подошел, говорит, да, Алюнсари мио. В глаза ему говорю. Испугался. Как он на топугу, у меня глаза что-то Алюнсар. Говорит, на топугу, не Алюнда. Я написал пьесу, «Дорога на север», что ли, такое, да? Или, ну, не знаю. «Сын богача», модерн ада, модерн, на типа похоже, 14 лет, женатый. Он, где-то путь отдарил, тати, тихо, понятно, Марсова. Ну, там с головой. Вот 4 месяц будешь ходить. Тогда я понял, я ходил ровно месяц. 9 до 12, 12 часов обед накормит. И каждый день, ровно месяц, через месяц придешь. Через месяц я пришел, вот я она. Есть театр, там вот эта морда, по нраву. Киряем. Он объясняет, я отправил, коллектив объясняет, Хандартон, все в больницах от того, он в атаку. Он что, на, музыка пивальный, такая пивара. Киряем, я вышел, что делать? Пойдем кусаки, веники там, дворимите. Какой я, вдруг, знаете, у меня? Марчор, меню, танчук, все равно. Ну, с лосем разговариваю, матеряю, разговариваю. Ну, не марчора, китим, не лорчугетом. Там хохотине. Когда мне жена, Николай Петрович Хезуги, не жена Рамарда, она стоит. Анжара, она не понял. Анжара, хотя я китим, утиро, утиро. Когда она стоит, турза, она та тярза. Когда мне все другое мизансин. И он тебе там, Криша, говорит, Анжара. Кто он тебе мило там, Анджела? Кто-то она тот, который хочет. В общем, они словом, кого на озере сам лучший образ создал. Герман, знаешь его? А потом поехал. Далее ролик за роль, за роль, роль за роль. Ничего я не мог. Время. И тихо уже Алматы Арвасо в 1978 году, точно. Мне предлагают партию. Представляю партию за 40 лет. Тогда Гагарин, Кикуот, 61-й, это только комсомола принимали партию. Я говорю, зачем мне партию? Все предлагают. А Дюнгу мне говорит, я никому не дал, как называется? Рекомендация. Чтобы, да, доверенный листок. Рекомендация. Рекомендация. Да. Николай Петрович, я дам и Дюнгу. Я никому не дам, но тебе дам. Представляешь? Когда мне, я говорю, не хочу. Когда мне самый близкий был Георгий Михайлович. Ты знаешь, был художником Георгий Михайлович. Это мой искренний друг. Не виноватым. Очень я, серьезные люди, не камаранды, не суртея. Она в таком таунту, отец, айзерч, зачем мне того? Тех читать надо, все того. Надо. Я говорю, ты тоже так думаешь?
Так, поэтому я пришел. Тра! Кирилл Кандамарт. И приняли. На ура приняли, представляешь, я, о, там такая рекомендация, ну, чиняя, когда имеет парками сядем, тогда женщины, мужчины за 40, 90, 100-летние, это парткомиссия была. Они хлопали меня, чиняя, принимали, хотели. В общем, приняли меня. Через, потом, через 3 года после партии, меня исключили с партии. Я общее собрание критиковал министра культуры. Не марте там он. Я говорю, выступил. Зачем нахер выступил? Короче, я сказал, у нас мешает казахи лицей, министр культуры. Вы, он сидел. Евреи у нас в театре. Все евреи. Главный режиссер, там Богушевский, половина театра евреи были. Вот они мешают. Я, это тебе война была. Вах, Хадман, они все написали письмо. Он или мы? Книбета тета Марда. Я, это страшно было, это страшно годы было. Когда мне письмо написали, когда мне проверяет директор документ, когда мне партия Цейкана, Кунгсен Владимир Иванович, надо назначать парткомиссию. Кунгер назначает. Керам Бусенек, ты должен проверять все документы. Хопча в ханга ханга. Я же честный, преданный. Хан документ проверяет, что-то не то. Мертвые души теперь появились. Я говорю, что делать сейчас. Идем к Катынайкана. Он клепал письмо. Честно. Откуда я знал? Клепал письмо, хан экземпляр отправил КГБ, хадин министерство культуры, хан центральный комитет. Я сам отнес. Тогда он задумал уже, что в Тёнгу не было. Понимаешь? Нет, потом я думаю. Это у меня близкий Томмир Амарда. И пошла проверка. Я проверка за. Но выявили все. Это правильно, хотя на Ватамар. Но когда найти, все равно надо мне исключить партию.